Сегодня во Дворце культуры Черкесска состоялось новогоднее театрализованное представление для детей мобилизованных участников специальной военной операции. В первой части праздника прошла развлекательная программа с хороводами у елки. Затем ребята увидели новогодний спектакль «Буратино». В конце все получили сладкие подарки. Юная Малика была рада поучаствовать в таком красочном мероприятии, но самое большое желание – поскорее обнять папу. Чтобы он вернулся поскорее.